так, мнение специалиста. Вот нам принесли чизкейк. Чизкейк невероятно вкусный, очень свежий, тонкая, как это называется? Песочная тесто. Песочная, да, подушка. Тут же аккуратненький, ягоды свежайшие. И он не желейный, а именно настоящий. Настоящий, вкусный очень. Основа вот эта тоника. Это мы все в Денисе, товарищи. По сливке. Да. Сливки просто кремовые, взбитые сливки. А просто сам этот очень вкусный. Просто в дорогом ресторане закажете, и вам принесут этот желейный чизкейк. Они ведь разные тоже. Мы в Турции, когда заказали, Нелли сразу сказала, Г принесли, они даже не съели. Учитесь, всякие там итальянские рестораны, какие-то, о, мы с Юлей кушаем, $14. Без лимит кофе, без 3 лимит кружки. И ванила. Все ванила выпьет. Зато напились кофе. Ну где так еще пошикуешь? Так нет, а чизкейк. С каким удовольствием, такой вкусный кофе с ванила, а чизкейк. Понимаешь, и так с радостью, с любовью тебя тут с улыбочкой, да, подливают. Народу нету вообще. Оплатить до ямы будет. Чизкейк был. Это просто фантастика. Я говорю, я бы еще второй съела, но просто я не буду, потому что лучше остаться. Порция вообще большая. Сам чизкейк, вот вам профессионал говорит. Очень вкусно. Так, второй день у нас вылазки. Мы вчера пришли не петь, не свистеть. Что-то 17 шагов мы что ли прошли. Ой, вообще так устали. Но сегодня мы отдыхали до 2 часов. Кстати, это зеркало полнит, Юля. Да. Угу. Удобная обувь обязательно. Вот в этих лаптях я вчера проходила. Отлично. Да, полнит ведь? Конечно. Я говорю. Я тоже. Квадратная. Ух, мощное жарище. Так, что-то ее, Юля, воды хочу взять. И еще лейкопластырей на всякий пожарный. МГМ отель такой огромный, он нас высадил в лобби. Нам приходится сейчас его весь обходить, потому что вчера мы отъезжали, так близко было от Дениса. Другая сторона была отеля. Это вот он. Вместе с этим, что ли, они соединяются. Ой, как тяжело по жаре-то идти. Обжигающая жара, обжигающая. Ух, красиво, да, вот это? Вот. Вот этот отель и МГМ. А, вот он, МГМ. Мы вот там садились. А он нас высадил вообще вон там. На другой стороне. Вот так, когда въезжаешь в Лас-Вегас, вот эта картина всегда первая. Так классно. Мы сейчас, если бы знали, что по казино можно выйти, мы бы насквозь прошли, а там начинаешь по казино ходить, еще больше запутываешься, не поймешь, куда идти. Ну все, мы уже приближаемся. Так, мы пришли в Париж. Так красиво, арка триумфальная. Все сделано, как в Париже. Один в один. Вовнутрь сейчас пойдем. Очень красиво. Так, входим вовнутрь этой красоты. Мощно, конечно, сделано все. Очень мощно. Юля сумочку прикупила сегодня себе. О, прохлада божественная. I think
Так, по Парижу погуляем. Что-то даже не знаю, что тут смотреть, честно сказать. Вернее, не помню, что тут смотреть красивого. Лобби где? Вот в отель. Видите, все сделано, как в Париже. Говорят, какой-то опять новый, сами знаете, что появился. Прочитала, принесли эмигранты с мексиканской границы, якобы. Кое-что принесли. И какой-то новый кое-что появился. Заставляет опять всех в масках ходить. В госпитале маски одевать. Ну, там и было, но сейчас уже опять заново все это. Так, проходим сюда. Разрешите, молодые люди, пройти нам. Знаете, как город для взрослых, как Диснейленд, только для взрослых. Городки такие сказочные. Диснейленд для взрослых. Очень атмосферно, конечно. Прям чудесно, согласитесь. Такая прелесть. Лампа, да, в тему. И это украшено очень красиво. Видите, такие купола здесь из чугуна. Дерево какое-то. Вот такие милые домики. Вот как в Италии. Как в Париже. Так, Юля куда-то ушла, в ресторан, что ли? А, на сегодня, видите, вчера она была в красной одежде, и я ее отовсюду видела. Так хорошо, когда человек в яркой одежде. А сегодня я делала темно-синий, и все, я ее не вижу. Где она? Поэтому вот хорошо ярко одеваться, когда ты с кем-то в компании идешь, особенно с детьми. Я все время об этом говорю. Ребенок вас будет видеть, и вы ребенка тут же увидите. И поэтому я люблю тоже яркие машины. Ну, вот сейчас вот серое у меня что-то последнее вдруг оказалось. А так вот выходишь, сразу видишь, где твоя машина. Не надо там ходить искать. Пойдем. Так, зашли в лобби. Ну, это кто по номерам здесь разъезжается. Вот они пользуются здесь лифтами. Очень красиво. Это лифты. Здесь одежда. Гольфисты вот с такими чемоданами. Какие-то соревнования, похоже, тут по гольфу будут проходить. Прошло несколько мужиков, вот видите, идут с этими, со своими предметами по гольфу. Такая жара, где они будут играть. Так, и все, сейчас мы, возможно, придем к Венеции, к отелю. Ой, как уютно вообще. Ага, такие сковородки там висят. И никого нету. Что тут, цены бешеные, что ли? Смотри, какие светильнички интересные на столах. Ага. Подсвечники. Ну как типа? Такие тоненькие. Mm-hmm. Какие-то интересные. Свет. Ага.
батарея сковородок висит. Что-то народу вообще, да, нету? Цены, наверное, нехилые. Ой, ну как красиво. Посмотри, какие, Юля, домики. Вообще чудесные. Просто чудесные. Такое обожаю. Цветочки из окошек. Шторочки. Такие милые. Все, вот тут можно сесть, и как будто ты на улице во Франции кушаешь. Смотришь на народ на улице и кушаешь во Франции. Наполеонс ресторан, видимо. Слушайте, так тело после вчерашнего болит. Еще сумка на мне висела. Ну, кроссбоди-то с водой. И, знаете, оттянуло плечо. Сегодня такая я как-то уставшая, такая не отдохнувшая. Вообще, на самом деле, я в Сан-Франциско говорю. О, обалденно. В Лас-Вегасе 3 дня за глаза. Ну, вот, чтобы обойти отели, посмотреть, где-то покушать. А так, если вы не игрок, тут особо делать-то и нечего. Считайте, одна улица идет. Вот, их обойдете вдоль и поперек. Так, на концерт какой-нибудь, если только сходить. Еще. Вот на Дюсалей $250 стоит. Цирк Дюсалей. Это памятник уборщику, видимо. Это уборщику, видишь, памятник поставлен. Ну что, такой труд, кто-то же его делает. Вот. Уборщику. Угу. Классно придумали. В Америке все профессии уважаемые, и поэтому здесь нету такого. О, он там продавцом работает. Ни о чемный. Тут такие мужики продавцами работают. Другое дело, что получают немного уже. А так, нет. Тут все профессии уважаемые.